В Владикавказском многопрофильном техникуме для студентов провели урок мужества. Он приурочен ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который в России отмечают 3 сентября. Эта дата установлена после трагических событий сентября 2004 года. Ребятам рассказали, как важно помнить эти страшные страницы нашей истории. Показали документальный фильм о Беслане. Студенты подготовили стихи, а особыми гостями мероприятия стали те, кто участвовал в освобождении заложников, майоры запаса Вадим Алексеенко и Игорь Зайцев, а также сотрудники Управления Росгвардии по республике и ОМОНа. Памятные мероприятия в техникуме проходят ежегодно вот уже 16 лет. Беслан – это наша боль. Беслан – это город, начиненный горем и напичканный героизмом. В нашем учебном заведении в течение вот этих 3 дней, дни памяти Беслана, мы проводим различные мероприятия. Так мы провели, Большой студенческий совет провел акцию «Мы за мир», где дети высказывали свое мнение по отношению к терроризму. Провести акцию, тоже посвященную памяти детям Беслана, «Зажженная свеча». Это тоже у нас традиционная акция, мы проводим его в учебном заведении с детьми и вспоминаем о детях. В России сегодня день солидарности в борьбе с терроризмом. Во многих городах страны проходят акции в память о погибших в страшной трагедии Беслана. В сентябре 2004 года впервые распахнул двери для своих учеников Владикавказский лицей. Радостное долгожданное событие омрачило известие о захвате заложников в бесланской школе. С тех пор на протяжении 17 лет здесь ежегодно проводят памятную линейку. В этом году после минуты молчания школьники выпустили в небо белых голубей, как символ мира на земле. Во всех классах прошли классные часы, посвященные этой тематике. И поездки бывают и в Беслан. Мы ездим не только в этот день, но и в другие дни приурочиваем к этим датам. Поэтому вся школа, она принимает активное участие в наших всех миротворческих делах. И это точно так же и в этом мероприятии.